Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я буду готовить картофель и куриные голени в мультиварке. Для приготовления мне понадобится картофель, куриные голени, приправа для курицы, укроп, соль, молотый черный перец и масло растительное. С куриной голени сняла кожу. Добавляю растительное масло. Приправу для курицы. Посолю. Поперчу. И хорошо перемешиваю. Картофель нарезаю брусочками. Разогрела мультиварку на режиме выпечка. Выкладываю курицу. Теперь картофель. Посолю. Закрываю крышку и оставлю на полчаса. Через 30 минут открываю мультиварку. Перемешиваю. Закрываю и оставлю еще на 20 минут на режиме выпечка. Через 20 минут выключаю мультиварку, открываю крышку, посыпаю зеленью. Картофель с курицей готов.